Всем привет, друзья, с вами Мифи, и сегодня я расскажу, за что ГД хейтят и почему ее называют говном. Так может сказать любой нуб, который не может пройти даже стилевого Madness и считает то, что Back on Track это вообще какой-то Silent уровень. Что ж, ну тут я отчасти согласен. ГД оптимизирован не самым лучшим образом, но дело все не в оптимизации, а из-за того, что она работает как-то на одном потоке. Если сказал неправильно, извиняюсь, я не особо в этом разбираюсь. Но RobTop в следующем обновлении пообещал сделать многопоточность. Что ж, ну тут про графику в ГД говорить сложно, ведь есть от таких уровней. До таких уровней. Что ж, ну тут я отчасти согласен. ГД не настолько что и разнообразная. Ну вот, например, когда ты строишь уровень, у тебя заканчивается идея, и ты уже не знаешь, что построить. Да, она немного неразнообразная, но все же разнообразие в ней, ну, хоть какое-то есть. Что ж, ну а тут я согласен. Ведь мы ждем обновления уже 3 года, и оно все никак не выходит. Ну а я думаю, что когда RobTop выпустит 2.2, ГД очень сильно расхайпится, и он поймет то, что часто выпускать обновления это выгодно. Что ж, дорогие друзья, ну с вами был я, Мифи, и да, эту идею я взял у Синиза. И это видео получилось таким говененьким, конечно, но все же я держу хоть какой-то актив на канале. Что ж, друзья, ну с вами был я, Мифи, и всем пока!